трехкомнатную квартиру, 65 квадратных метров. В квартире три комнаты, но одна комната будет закрыта. То есть две комнаты будут полностью в вашем распоряжении и лоджия дополнительно. На кухне у нас имеется полностью все для комфортного отдыха. Вся посуда, полностью вся посуда, чайник, холодильник, микроволновка, стиральная машинка, полностью плита для приготовления пищи. Кухня полноценная, есть все. У нас идет сейчас большая комната. Сейчас я вам показываю одну из комнат. В комнате имеется сплит-система и два дивана, в которые вмещаются 2-3 человека. Телевизор, интернет, телевидение. Санузел у нас раздельный. Ванна. Фен даже имеется. В принципе, все есть. Все необходимое. И туалет. Все очень чистенько. Запахов никаких нет. Ремонт неплохой. Все прям сделано со вкусом. Здесь диван также раскладывается. Вид у нас идет на море и на горы. Этаж 7, поэтому еще вы успеете даже посмотреть ночной город Геленджик с светящимися огнями. Также вы увидите в горах сафари парк, который светится. И да, и все. Олимп, наверное, будет не видно отсюда. Сушилка для белья. Диван еще на двух человек раскладывается. Шкаф будет в вашем распоряжении. Здесь стол. Ну, такие минимальные вещи. Ну, и также в коридоре. Я думаю, что, в принципе, понятно. Если вы хотите забронировать эту квартиру, вам нужно написать по WhatsApp или Viber, либо позвонить. Цены оставляю в описании. На центральную набережную. Как мы видим, здесь самый пик, самое место, то, где много туристов. Все туристы, мне кажется, проходят здесь за свой отпуск не по разу. И Макдональдс, и Гирос, торговый центр Геленджик, торговый центр Биби Пассаж. Тут полностью вся инфраструктура именно в этой части набережной. Сейчас я подойду к морю и покажу пляж, какие размеры пляжа и какой вид с пляжей. У нас уже распустились тюльпаны, их очень много. По всей набережной. Такая красота. Я считаю, что самое красивое время в Геленджике это апрель и май. Когда тюльпаны везде разные, разноцветные. Для меня вообще, что растут тюльпаны, для меня это дикость. А здесь они везде такие красивые. Там, если посмотреть прямо, у нас поющий фонтан, то есть рядом же. Вот я пришла на пляж. Вот такой примерно пляж будет на центральной набережной. Вот у нас торговый центр Геленджик. То есть с этой квартиры мы выходим сразу на этот пляж. Вот у нас центральный причал идет большой, откуда все кораблики уплывают в море на экскурсии. Вот даже видно морская касса. И отсюда тоже с этого причала тоже кораблики уплывают. В этой части набережной есть совершенно все. Это самый центр, считается, Геленджика. И кафе, рестораны, различные заведения, ночные клубы, развлечения для детей. И просто прекрасный пейзаж этого города. Я считаю, что это не просто город,
Это город мечта для многих людей. Если ты мечтаешь о переезде в Геленджик, то осуществляй свою мечту и переезжай. Каждый человек достоин жить в таком месте. Я подбираю бесплатно жилье для туристов, чтобы вы, не дай бог, не попали в такую ситуацию, когда вы высылаете деньги за бронирование квартиры, приезжаете сюда, а телефон собственника оказывается выключенным или вообще такого адреса даже не существует. Это у нас практикуется очень часто здесь, в Геленджике, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны и прежде чем отправить деньги, сначала убедитесь в том, что действительно существует это жилье. А еще лучше обратитесь просто ко мне, я полностью вам найду то место, за которое потом вы мне скажете спасибо. Всего хорошего, ребятки. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на кнопочку колокольчика, которая находится рядом с кнопкой подписаться в шапке профиля, чтобы не пропустить новые видео, особенно те видео об аренде и бронировании. Если вдруг вас что-то заинтересует, сразу тут же берите телефон и пишите мне, чтобы успеть забронировать это место. До свидания, ребята. Ставь лайк.